говорю, извините, но я чеченец, то у нас такого нету, ну, что пацан модель там, я не могу этого прийти на кастинг. Сделали несколько фоток, и они мне сказали, да, короче, теперь ты будешь нашим новым, типа, топ-моделем. Выше колена ничего не одеваем. У нас это... По исламу это вообще нельзя. Я все ей объясню. Мой менеджер пописал мне, ты вязачи тебе взяли, типа так, так, ты едешь на Париж. Я очень радовался. Я сразу моему брату сказал, моей маме, папе тоже сказал сразу. Они очень радовались. Я понимаю, потому что если я тоже там в Чечне жил бы, тоже в первый момент буду бы так думать. Многие люди так думают, наверное, в трусах там фотки делать или так. У меня же такие контракты только на вещи, типа. Будущее моей карьеры я вижу в спорте. Это мой фокус на сегодняшний день и на завтрашний. Я модельный бизнес, это, по-моему, не для меня. Так как я уже вырос, я уже не в этом возрасте. Мои братья помоложе, они, у них есть еще там время. Мама сделает так, и все. У нас это уже очень рано началось. Это в чеченцев нормально, я думаю. Я очень, как все в чеченцев я знаю, все они так очень религиозны у нас. Моя жизнь останется религия, моя семья, мой спорт, чала. И я думаю, да, модельный бизнес, какая я еще могу делать, когда я еще молодой. И будущий чемпион UFC, иншалла.